Так, найдите значение выражения, но здесь со степенями. Что здесь мы будем делать? В принципе, ничего такого особенного не будем делать. В принципе, будем стандартно идти. Равно. Равно. Что у нас получается? Единственное, мы сейчас будем возводить в квадрат и записывать в виде дроби. Если число умножается на дробь, это все равно, что оно идет в числитель. Что здесь напишу? Оно идет в числитель. Так, 1 в квадрате 1 я оставлю 1, а 9 я не буду в квадрат возводить. Я напишу как 9 умножить на 9. Это и есть 9 в квадрате. Почему? Потому что принцип, вот мы используем культуру решения, не тороплись умножать. Почему? Потому что сейчас сокращение же будет. Я уже вижу. Здесь аналогично запишем 14, ну пускай 1, 9. Все, смотрим. 45 сразу видим, что это 5 на 9. И 1 девятка у нас благополучно пропадет. И по сути получается тут 5 девятых минус... Ну тут получается 14 девятых. Не обязательно тут целую часть выделять, можно и так сделать, ничего страшного. Мы видим, что эта дробь больше, чем вот эта. И она с минусом, значит ответ будет заведомо отрицательный. Но знаменатель без изменений, а вот из 14 отнимаем 5, это будет 9. Значит ответ минус 1. Все. Такой пример.